Наталья Нагорная сейчас в наших уроках грузинского расскажет о Сванетти. Сванетти – удивительный край. Добираться куда нужно 3 часа по горному серпантину, сквозь ущелья, тоннели. Страна непокоренного народа, где живут сваны. Собственно, что цивилизация оставила от этого народа и как выглядит сейчас этот прекрасный край? Наталья Нагорная в уроках грузинского. Они пели эти песни еще 2000 лет назад. Сваны – грузинская народность, известная своим крутым нравом и тем, что у них никогда не было правителя. Они огромнее, как я. Очень, очень мужественный народ. Вахтанг Илпани сам не всегда может рассказать, о чем их песни. Письменности у сванов никогда не было. Язык только устный. И главное – принципы рода. В этой местности наряду с судом существует виндета – кровная месть. Если кинжал достает сван, там должен налиться немножко крови хотя бы. У древних сванов был очень оригинальный способ оставаться незавоеванными. Как только враг напал, сразу собрали все сокровища и унесли в горы. Теперь наследие этой древней грузинской народности можно увидеть разве что в историческом музее. Горы спасали, горы кормили, сейчас горы катают. Теперь здесь горнолыжный курорт. А сейчас мы поднимаемся на Хацвали. Это новый горнолыжный курорт в Грузии. Сейчас здесь кататься, конечно, нельзя, снега нет. Но здесь очень мило и даже чем-то похоже на прикарпатский Буковель или на закарпатский Подобовец. Здесь туристов водят в многокилометровые походы через 7 ущелий. Местные проводники говорят, подняться в их горы могут даже люди без особенной подготовки. Здесь рядом вечные ледники, а от лавин еще в древности спасали специальные сванские суперпрочные строения. Башня рассчитана, как знаете, на сейсмологическом, это самое, на против лавины. Вот здесь было село Мулахи, которое лавина сошлось и весь село унес, и одни башни остались. На вершине горнолыжного курорта смотровая площадка. Летом здесь можно посмотреть на зиму свысока. А здесь нам немножко не повезло. Огромное облако закрыло 2 вершины – горы Ужба. Это настоящая мека для всех альпинистов. Сложность этой горы 6Б, то есть наивысшая. И сейчас там лежит свежий снег, который выпал всего лишь несколько дней назад, несмотря на то, что в Грузии теплое лето. Отсюда нужно привозить эксклюзивные подарки, которые больше не купишь нигде. Это сванская соль, которую делается здесь, делает бабушка. И в этом приправы такие, которые только в Сванетти растет. Очень хвалят сувенирную чачу. Утверждают, готовят без сахара. Поэтому это очень действенный напиток. 50 градусов. Имейте в виду. Но это подарки для других. Себе нужно подарить совершенно другую, дикую и непокоренную Сванетти. Из Грузии Наталья Нагорная, Юрий Мельничук. Утро с Украиной.